Российская телеведущая Роза Сибитова дважды успела побывать замужем. С первым мужем она прожила 10 лет, позднее он умер от инфаркта еще в 93 году. Свекровь же обвинила в трагедии саму Розу и якобы не доглядела за возлюбленным, и тот потом ушел из жизни, даже назвала Розу убийцей. В итоге вместе со свекром мать покойного начала выселять Розу с детьми из квартиры. Впоследствии будущая телезвезда даже обнаружила судебные заявления, где ее обвиняли в происшедшем. Бывшая свекровь писала, что Сибитова якобы убила ее сына, потому что не смогла найти средств на лекарственные препараты и нормального массажиста, да и вообще никак не ухаживала. Непонятно, насколько близко к сердцу ведущая приняла такие выпады. Все заявления она спалила в огне и сделала вид, что ничего не видела. До покойного мужа Михаила Роза пережила аж 12 выкидышей, хотя и признается, что выходила замуж не по любви. Правда, Михаила это устраивало. Свои выкидыши Роза называла последствием аборта. Дорогие наши зрители, на нашем канале выходят самые интересные новости из жизни российского шоу-бизнеса. Будьте всегда с нами, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч!